На земле. Улица Болгарская. Вот, иди, любимая улица, потому что по ней едет болгарин. Сейчас снимает вам видео про молдавский Кишинев. Болгарская. Здесь есть червонец? У меня есть. Что есть. У меня высокий лей, я не знаю, будет. Есть, есть. А, есть, конечно, конечно, есть. Вот мы приближаемся к армянскому кладбищу. Кто-то меня просил снять репортаж. Видите, как тяжело добраться до армянского кладбища? Его надо обойти. Я же не приду просто у ворот, сниму там 30 секунд видео. Надо обстоятельно обойти все конторы, улочки рядом. Это тут раньше барчик был. Был, да сплыл. Сейчас посмотрю. Я сейчас дам тебе, если... Есть. Есть, да? Хорошо. Это вход для автомобилей, дача стоит 10 лей. Для любого автомобиля. И в любое кладбище даже. В любое кладбище въезд стоит 10 лей. Прошли советские времена. Я давно не был на... Миллион лет. Вот армянское кладбище. Давайте вот ничего себе. Да, 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 да. Вот Валентин Алексеев любезно согласился оказать нам, вам круиз, нашим потомкам, потому что это снимаем не для себя. Мне лично это не надо, вот видео. У меня когда закрыли YouTube предпоследний, я неделю ничего не снимал, потому что мне для себя оно не надо. Я снимаю для вас и для ваших и наших потомков. Вот. Ой, Михаил Долган. Ух ты. Да, армянское кладбище, господа, друзья, товарищи, сограждане. Его все переселили, по-моему. Да. Это самое старое кладбище, сейчас, да? Сейчас ты видишь, ты, там ничего нет уже со старым. А, оно граничит с мемориалом, да? Ага. Все эти такие вот могилы, которые они все брали, и тут все одни там живут. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот там уже вижу этот. Ага. Вот мы идем по армянскому кладбищу, друзья. Ну, мы здесь остановимся, стеночки. Да. Вон туда. Далеко? Два шага. Ага, ну тогда я с тобой пойду. Я тогда выйду с Валентином и поснимаю вам немножко. Сейчас я, друзья, буду идти, будет немножко трясти. Ну, YouTube нам в помощь, там есть еще пока стабилизация видео. Сервис такой не отменили, ее другие сервисы отменили. Стабилизацию отменили. Вот мы идем по армянскому кладбищу. Да. Были у меня зрители, которые меня просили, намекали там помочь чем-то там. Надо сходить им куда-то на кладбище. Все можно, друзья, все могу, все сделаю. Но все связано просто с расходами. Пишите в личку, добавляйтесь в друзья. Подписывайтесь на канал. Сейчас я схожу, возьму ножик. Все возможно. Все делается. Если я не смогу, попрошу кого-то, если надо, посетить могилу, что-то там сделать, зайти к родственникам, записать видео, передать привет, пожалуйста. Все возможно, все обсуждается, все делается. Вот армянское кладбище, дорогие друзья. Валентин пришел к своему другу. Мой друг тоже один ушел недавно. Одного дня не дожил до юбилея. 70 лет. И 1 июня похоронили. 5 Галецкий. 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 Наверное, был медиком. Ну,
пока прервемся, потом продолжим. Немножко вам панорамы. Вот церквушку. Кадры. Да. Фотоаппарат? Пиздец. Он эти там говорят, что это как iPhone. Мы выезжаем с армянского кладбища. Да, вот выезд с армянского кладбища. Еще раз повторюсь, друзья, кому надо посетить могилу, что-то сделать на армянском, на еврейском, на дойне, пишите. Если не я, то есть кому помочь. Все договаривается, все делается. Было бы желание и доверие. See you.